Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо-2022» собрал все отряды юных инспекторов движения школ города на базе средней школы номер 8. Нас объединяет сегодня замечательный праздник – конкурс-фестиваль. Здесь все вы – знатоки, лучшие знатоки правил дорожного движения, потому что именно вы, отряды юных инспекторов движения, несете в массы пропаганду дорожных знаков, соблюдение правил дорожного движения и, конечно же, являетесь примером для подражания всем ребятам. Я обращаюсь к руководителям ЕИД, которые с вами проводят постоянную систематическую работу. Хочу поблагодарить их за это и сказать, что вы должны продолжать свою важную, значимую работу, которая направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Перед началом соревнований традиционно юидовцы исполнили гимн юных инспекторов движения, а потом каждый отряд представил свою команду. Красный стоп, желтый жди, а зеленый проходи. Юид – это ты, юид – это я, юид – это мы и наши друзья. Здесь они показывают знания по правилам дорожного движения, знания медицины, знания вождения велосипеда. Лучшая команда ездит в область выступать на Неклиновском районе Азовского моря. Торжественная часть завершилась, и начались этапы соревнования, на которые команды разошлись согласно маршрутному листу. Ребята демонстрировали знания правил дорожного движения, безопасного маршрута до дома. Юные инспекторы движения должны знать, как правильно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Причем соревновались они как в теоретической части знания, так и в практической. И, пожалуй, самое яркое и динамичное задание – это фигурное вождение на велосипеде. Школьники, надев защиту, должны проехать по заданному маршруту, преодолев все препятствия. Ребята готовятся в течение года. Подготовка не прекращается ни на минуту. Здесь очень объемный материал, который ребята должны знать. Внеурочная деятельность сейчас развита хорошо. Во всех школах есть достаточно часов, чтобы эту работу проводить. Однажды став юидовцем, ты остаешься им на всю жизнь. Команда-победитель поедет представлять наш город на областной этап соревнований в Неклиновский район на Азовское море.